много знать и все вам рассказать. Мы-ми! Разноцветные шары, 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 разноцветные шары по воздуху летят, высоко они в небесах парят. Разноцветные шары летают вокруг, будь осторожен, они лопнуть могут вдруг. Вверх летят и вниз летят, они играть с тобой хотят. Летят налево и направо, в воздухе летят они красиво. Разноцветные шары летят высоко, разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов. Летят они, их очень-очень любим мы. Наверх летят и вниз летят, они играть с тобой хотят. Летят налево и направо, в воздухе летят они красиво. Сколько воздушных шаров видишь ты? Посчитай! 9-10. Разноцветные шары летят высоко. Разноцветные шары летят далеко. Разноцветные шары, так много цветов. Какой твой любимый цвет? Я скажу, и скажешь ты. Мороженое любим мы. Фургон с мороженым я вижу здесь. Песенка звучит, пойдем мороженое есть. Блипи мороженое очень любим мы. Много вкусов у него. Какое любишь ты больше всего? Блипи мороженое очень любим мы. Жаркий летний день, ты мороженое купи. В этом холодильнике мороженое ты любое сможешь найти. Рассмотри все цвета, у машины колеса блестят. Мы сейчас мороженым угостим всех ребят. Я скажу, и скажешь ты. Мороженое любим мы. Фургон с мороженым я вижу здесь. Песенка звучит, пойдем мороженое есть. Блипи мороженое очень любим мы. Много вкусов у него. Какое любишь ты больше всего? Блипи мороженое очень любим мы. Из фургона слышен звук, звучит музыка вокруг. Эти песни играют для тебя, мой добрый друг. Когда фургончик едет, мы слышим этот звук. Он все ближе, это значит, он скоро будет тут. Я скажу, и скажешь ты. Мороженое любим мы. Фургон с мороженым я вижу здесь. Песенка звучит, пойдем мороженое есть. Блипи мороженое очень любим мы. Много вкусов у него. Какое любишь ты больше всего? Блипи мороженое очень любим мы. Наука — это так круто! Мне кажется, очень здорово изучать мир в музее науки. Музее науки. Пойдем со мной. Будем учиться, веселиться. С моими друзьями. Музее науки. Мы почти.
почти пришли. Мы сможем многому научиться. Очень весело! Интересно, чему мы можем научиться сегодня в Музее науки? Может, мы увидим животных, которые живут в океане? Например, большого кита. О-о-о! Пойдем туда скорее, начнем их изучать. Тут бабочки летают, мы будем их считать. Здесь много животных, мы найдем и новых друзей с тобой заведем. В музее науки пойдем со мной, будем учиться веселиться с моими друзьями. В музее науки мы почти пришли, мы сможем многому научиться. Очень весело, я люблю науку, потому что я могу узнать о рептилиях, насекомых и динозаврах. Пчелы, динозавры, музей науки, их увидим мы. Водой из шланга будем мы стрелять и много интересного изучать. В музее науки пойдем со мной, будем учиться веселиться с моими друзьями. В музее науки мы почти пришли, мы сможем многому научиться. Очень весело! Большое спасибо, что пели со мной песню про музей науки. Мне было очень весело, потому что я пел вместе с вами. Ну а еще, потому что я побыл динозавром. Я надеваю шапку и очки, учиться будем мы, смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, сплипим мы, будем мир изучать. Я новый день встречаю, с улыбки начинаю, и любимую одежду я надеваю. И шапку свою я очень сильно люблю, а еще есть очки оранжевые они. И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы, смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, сплипим мы, будем мир изучать. Оранжевый и синий цвет, я всегда найду ответ. Я стараюсь все вокруг понять. Что-то новое учить, много знаний получить. И, конечно, веселиться и играть. И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы, смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, сплипим мы, будем мир изучать. Сплипим мир изучать. Сплипим мир изучать. Я люблю домашних животных, а ты любишь? Ха-ха! Да! Я люблю ухаживать за своей собакой Лайна. Мою его и стригу, а ему нравится меня целовать. Давайте заботиться о наших друзьях, добрые пушистые вы. Кошки и собаки разных возрастов, большие и маленькие они. Мы моем их, чтоб чистыми им быть, им шерсть мы пострижем. Я с Лайна весело играю, нам хорошо вдвоем. Как же это здорово, заботиться о своем домашнем животном. Мы заботимся о вас.
ртом. Я слайма весело играю, нам хорошо вдвоем. Убедись, что животные тщательно вымыты. Ха-ха! Ура! Мы заботимся о вас. Лайна, ты такой хороший. Двигайся смелей, танцуй веселей. Мяч пасовать, в кольцо бросать, а можешь ты жонглировать. Не важно, кто ты, не важно, где живешь, ты свою звезду найдешь. С тобой пойдем, будем мы играть, веселиться, танцевать, футбол играть, мяч пинать. Будем мы играть. С тобой пойдем, будем мы играть. С тобой пойдем, будем мы играть. Движение влево, движение вправо. Руками машем, молодец, браво. На батуте прыгай высоко. Вверх и вниз прыгаем легко. Не важно, кто ты, не важно, где живешь, ты свою звезду найдешь. С тобой пойдем, будем мы играть, веселиться, танцевать, футбол играть, мяч пинать. С тобой пойдем, будем мы играть. Это желтый бульдозер, он все что угодно нам раскопает. Он на стройке работает и всем помогает. Защитный шлем надевай, в кабину залезай. Мы будем двигать песок. Стройки нужен нам бульдозер, он любой расчистит хлам. Бульдозер всегда поможет вам. Он все расчистит без труда. Эта машина очень прочная, в кабине безопасно. Будет вам гусеничная лента на колесах у него. Он по любой дороге проедет легко. Бульдозер, он для стройки нужен нам. Бульдозер, он любой расчистит хлам. Бульдозер всегда поможет вам. Может вам.
На ферме мы выращиваем овощи и фрукты. Свиньи, козы, курицы здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. В этом году наш урожай неплох. Черника, клубника и горох. На ферме всегда натуральная еда, свежая и вкусная она. Пойдем с тобой мы курочек покормим и козочкам дадим еды. Причешем поросят специальной щеткой и из шланга польем цветы. На ферме здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. Бери перчатки и лопату, пойдем сажать цветы. Сначала ямку вырой ты, семена туда клади и полей водой. Цветы здесь скоро вырастут, на радость нам с тобой. На ферме мы выращиваем овощи и фрукты. Свиньи, козы, курицы здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. Пойдем с тобой мы курочек покормим и козочкам дадим еды. Причешем поросят специальной щеткой и из шланга польем цветы. На ферме мы выращиваем овощи и фрукты. Свиньи, козы, курицы здесь весело живут. На ферме мы работаем, пойдем нам помогать. Здесь цветы и легкий бриз, здесь весело играть. Зима пришла, играть пора. На улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Все снежно вокруг и холодно тут, оденься потеплей. Веселимся мы, я и ты, пойдем играть скорей. Зима пришла, играть пора, на улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. На снегоход ты садись, он по снегу тебя повезет. Из горки вниз, скорей скатись, поехали вперед. Зима пришла, играть пора, на улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Зима пришла, играть пора, на улице мороз. Будем кататься и развлекаться, но в тепле держите нос. Мы можем пойти куда угодно, морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух.
Пойдемте гулять, здесь очень хорошо. На улице всегда так свежо. Отправимся в поход, кто со мной пойдет? Солнышко нас за собой зовет. Мы можем пойти куда угодно. Морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух. Заглянем под куст, там личинки живут. Рыбы плавают в воде, птицы песни поют. Здесь листья на земле и цветы растут везде. Пахнет свежестью трава, много звуков слышу я. Мы можем пойти куда угодно. Морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух. Но всегда свежий воздух. Но всегда свежий воздух. Привет, друзья! Это я, Блиппи! Сегодня мы навещаем животных! Вы готовы встретиться с друзьями в зоопарке? Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! У-ху-ху-ху! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, Вашингтон! Эй, посмотрите! Это информационный стенд зоопарка! Да, здесь есть карта зоопарка! Интересно, каких животных мы сегодня здесь увидим? О, может, мы увидим... медведя-гризли! Это будет здорово! Или... О, здесь есть гориллы, например! Хо-хо-хо! И... Здесь так много разных видов животных, таких как фламинго! Ух ты! О, посмотрите на это животное! Это же жираф! Это такое высокое животное! Что ж, нам предстоит многое узнать о животных. Идем! Оу, посмотрите, что здесь! Да, это место похоже на Аляску. Или на Тихоокеанский северо-запад. Или на Канаду. Да, и у меня есть угощение для животного. Но знаете, попробуйте угадать, какое животное здесь обитает. Да, это медведь. Это очень большой медведь. О, он коричневый. Да, это медведь-гризли. О, это так круто. Так, ладно, у меня есть разрешение на то, чтобы разложить здесь эту еду и угощение, чтобы покормить медведя. Идем! Итак, для начала у меня есть молотый кофе. Видите? Да, это просто обычный кофе. Так, если рассыпать немного вот здесь... Да, медведь может поваляться в нем. Медведи очень любят валяться в кофе. Ха-ха, ладно. И немного здесь. Да. Вот так. Ха-ха. О, и может... Может немного здесь. Вот так, отлично. Так... Поставим это сюда, чтобы забрать потом на обратном пути. Ладно, посмотрите-ка. Это печенье. Да, этот медведь-гризли любит такое печенье. Так, ну я просто попробую вот так разбросать его здесь. Готово. Вот так. И еще немного, чтобы он нашел дорогу. Эй, а это что? Пряности для пирога? Ням! Ха-ха-ха! Ладно, посыпем немного пряностей прямо здесь. Так, осталось еще печенье. Посмотрите! Да, здесь много разных фруктов и овощей! Да, я люблю фрукты и овощи.
Да, я люблю сельдерей с арахисовым маслом и немного меда. Ням-ням! О, похоже, у нас здесь еще и виноград. Вкусно! Ух, еще у нас есть груша. И еще морковка. О-хо-хоу! И немного яблок. О-хо-хо-хоу! И даже арбуз! Да, я разложил здесь печенье на этом маленьком острове. Ха-ха. Вот так. Отлично. О, фрукты так хорошо пахнут. Так, посыпем немного пряностями. Отлично. И теперь я пойду вон туда. И по дороге тоже разложу еду. Этот медведь найдет здесь много разных угощений. Так, а теперь я заберу свой контейнер, и потом мы пустим сюда медведя, чтобы он нашел наше угощение. О, посмотрите, это Кима! Кима – гигантский медведь-гризли, и ему нравится угощение, которое мы оставили. Молодцы, давайте посмотрим. О-хо-хо-хо-хоу! Посмотрите! Да, это Дэйв! Дэйв у нас жираф! Он такой высокий! Вот, держи, Дэйв! Я кормлю его салатом Романа. Дэйв очень любит эти салатные листья. Эй, как дела? О, смотрите! Дэйв использует свой язык, как мы руки, чтобы брать еду и класть ее себе в рот. Ух ты! Дэйв очень крутой. На, держи еще. Вот так. Ладно, еще увидимся, Дэйв. А я пока навещу других животных. Идем! Возле вольера для горилл. У-ху-ху! Посмотрите на нее, она такая милая. Хо-хо-хоу! Им бросают угощения, чтобы гориллы могли перекусить. Я люблю угощения. Все гориллы здесь живут вместе, и это называется стая. О-хо-хоу! То есть это стая горилл. О, все эти гориллы преимущественно самки, за исключением двух. Вы видели самую большую, с такой седой спиной? Да, этот горилла – предводитель всей этой стаи. Он в ней главный самец. И все гориллы здесь относятся к породе западных равнинных. Ха-ха-ха! Но есть еще один самец. Это маленький детеныш. Он такой милый! Ха-ха-ха! Ладно, посмотрим, как они едят. Посмотрите, здесь у нас садовые хрущики. Это такие жуки. Видите, какую еду они едят? Ого! Да, похоже, что это бананы. Ням! Я тоже люблю бананы. Ого! Посмотрите, где я? Я в лаборатории жуков. Да, здесь разные жуки живут, едят и спят. Да, в основном
Здесь они и живут. Ух ты! Посмотрите, сколько здесь тарантулов! Оу! А здесь, внизу, насекомое-палочник. Палочник из Новой Гвинеи. О! Он такой интересный! О, здесь так много разных видов жуков и насекомых. Оу, и даже больше. О, пауки. Ой, здесь ядовитый паук. Мы точно не хотим открывать этот контейнер. Но слушайте, может быть, мы пойдем в другой зал и нам принесут жуков, чтобы мы рассмотрели их поближе? Да, идем. Ого, посмотрите. Хо-хо-хо. Это малазийская нимфа. Ух ты, какого она цвета? Да, да, она зеленого цвета. Я знаю, что это она, потому что самцы у них коричневые, а она зеленая. Да, видите, что она похожа на листик? Да, она похожа на зеленый лист, а если бы это был парень, он был бы похож на коричневый. Ух ты! Малазийская нимфа – самое тяжелое насекомое в мире. Да, она еще даже не выросла, а посмотрите, какая она большая. О, похоже, она делает упражнения на растяжку. Это смешно. Ух ты, она так круто выглядит. Оу! Ого! Посмотрите! Да! Это похоже на паука! Ох ты, это очень большой паук! Это на самом деле чилийский розовый птицеед! Ого, привет! Раньше я очень боялся пауков, но больше не боюсь. Этот, например, очень добрый. Да, если бы я посадил его на себя, он бы меня не укусил. Этот паук хороший, и он очень волосатый. Посмотрите на нее. Хо-хо-хо. Да, это на самом деле девочка. О, и ей уже примерно 17 лет. Ух ты, какое милое маленькое существо. Ну, не маленькое, большое. Воу, а это кто? Это у нас цветочные бронзовки. Ух ты, они такие яркие! Да, два цвета, которые я вижу, это зеленый и желтый. А их маленькие усики, да, у самцов есть усики, они такого красного цвета или оранжевого. О, они просто сидят на этой деревяшке. Они едят упавшие с дерева фрукты. Ням, я тоже люблю фрукты! Ух ты! Смотрите, я держу оргстекло, а на нем ракообразные. Да, это тропические улитки. Ого, они такие милые! Вы видите, у них есть твердые панцири. Да, это для защиты. Они обитают на острове Таити. О, я люблю Таити, там солнечно и красиво. Но на самом деле их не осталось в дикой природе. Они сейчас живут только в зоопарках. И мы стараемся снова заселить их в их обычную среду обитания. А пока можно наблюдать за ними и смотреть, как они едят. Привет! Правда, было весело изучать животных в зоопарке Вудланд в Сиэтле, Вашингтон. Да, мне понравилось. Но на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. B-L-E-P-P-E. Блифи, молодцы. Что ж, а я пойду еще поизучаю животных. До новых встреч! Привет! Это я, Блиппи! И сегодня я в пекарне Пион, что в Сиэтле, штат Вашингтон. Ух ты, посмотрите на это место! Хо-хоу, здесь так круто! Да, мы в сердце пекарни, это называется кухня! Ух, посмотрите, что это! Ух ты! Посмотрите! Хо-хо-хо! Ого!
Это у нас фартук. Смотрите, какие на нем цветы. Да, этот фартук поможет мне не испачкать мою одежду, пока я пеку. Да, я сегодня съел много овощей, прежде чем прийти сюда. И теперь мы можем съесть что-нибудь мучное и сладкое. Мне уже не терпится. Ха-ха, идем! Ух ты! Посмотрите-ка! Ха-ха-ха-ха! Здесь столько крутых вещей! Да, например, мерная чашка. В нее можно положить что-нибудь, и вы будете знать точное количество ингредиентов, которые вам нужны. Ого, какая большая ложка! Ого, ей можно мешать что угодно. Ого, посмотрите. Да, лопаточка. Пинг. Это так круто. Пока что положу ее на место. Ого! Похоже, что у нас тут уксус! Ням! Так, ладно. Хорошо, идем. Ого! Огромная раковина! Ву-ву-ву! Да! Ха-ха-ха! Здесь моют очень много посуды! Ву-ву-ву! О, кстати, о мытье посуды. Эй, привет! Смотрите, это посудомойка. Вы кладете кучу грязной посуды сюда и потом закрываете. Да, это так круто. У-ху-ху! Ух ты, посмотрите, это такая плита. Ого, здесь можно приготовить так много еды. У-ху-ху! Очень много комфорок. О, вы видите этот маленький огонек? Да, это не игрушка. Нужно быть очень осторожным, когда готовишь. О, ням! Да! Смотрите, сколько сладостей! Ух ты, это макарони. Они выглядят так вкусно. Посмотрите на этот. Этот красного цвета. О, у нас тут есть еще зеленый и голубой и оранжевый. Ух ты! Смотрите, я возьму оранжевый и голубой. Ха-ха, два моих любимых цвета. Съем их позже. Ха-ха. Ого! А это черные кунжутные печенья. Ням! О, а это печенье из батата. Ням! Давайте посмотрим. Что у него внутри? Ух ты! Что это за цвет? Да, это фиолетовый. Да, это не пищевой краситель. Представляете, это и есть цвет батата, который добавили в это печенье. Как же это круто! Ладно, положу его здесь и съем попозже. Ого! Посмотрите на этих милашек. Похоже на... Что это за животное? Да! Му! Му! Да! Корова! У! Ванильный торт! Да, это торт для меня! Повторим мое имя вместе! Б-Л-И П-П-И Блиппи! Да! А вот торт три шоколада! Выглядит очень вкусно! Эй! Может, мы с вами приготовим что-нибудь из этого? Да, как насчет приготовить такие макарони? Да! О, смотрите, я мою руки. Намыливаю их 20 секунд. Да, а вы знаете, как это долго, 20 секунд? Это примерно столько же, сколько мы повторяем алфавит. Попробуем? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Эй, готово! Так, смываем тщательно. О, теперь руки чистые. Вот так, отлично. Выключаем воду. О, так,
Теперь я готов испечь вкусные сладости. Оу, привет, а ты кто? Привет, я Дженнифер, я работаю здесь пекарем. О-хо-хо, рад знакомству, я Блиппи. Это что, ингредиенты? Да, это ингредиенты для макарони. И что тут у нас? У нас здесь есть яйца, миндальная мука, сахар и очень важный ингредиент – соль. Когда ее ешь, она очень соленая, но если положить ее в десерт, он станет слаще и вкуснее. О, звучит очень вкусно. Скажи, ты сказала миндальная мука? Почему мы используем ее, а не обычную? Миндальная мука особенная. Когда кладешь ее в тесто, оно становится менее липким и более легким. Ого! Это так круто! Скажи, ты не против, если я перемешаю все ингредиенты? Да? Положи все ингредиенты в миску и смешай их миксером, а я подготовлю духовку. Ладно. О-хо-хо! Итак, давайте сложим все ингредиенты и перемешаем их в миксере. Так, сначала давайте возьмем соль. Отлично. Теперь добавим сахар. Теперь миндальную муку. Хо-хо-хоу! Эй, смотрите. Маленькая миска, средняя и большая. Ха-ха-ха. Сложим их. Отлично. И теперь яйца. Ой, подождите. Ха-ха-ха. Сначала же их нужно разбить. Ну ладно, начнем. А сейчас я положу все это в миксер. Да! Оу! Эй, посмотрите! Это специальный большой миксер! Оу! Посмотрите, какой огромный! Тут просто гигантская взбивалка! Ого! Похоже, тут есть зеленая кнопка включения и красная кнопка выключения. И большая миска, в которую я положу все наши ингредиенты. Ладно, что ж, поехали! Выливаем ингредиенты. Похоже, здесь уже добавлено немного, да? У нас получится большая порция. О-хо-хо-хо-хо! Так, теперь, когда ингредиенты внутри, нужно убедиться, что крышка закрыта. Теперь поднять миску. Вот так. И теперь нам нужно повернуть это для включения. Вот так. И я нажму на зеленую кнопку через 3, 2, 1. Ю-ху! Смотрите, он мешает. О, ха-ха-ха! Да, тесто готово. О-хо-хо-хо! Это тяжелая миска! Так, следующее, что нужно сделать... Да, взять немного теста и положить его в кондитерский мешок. Да, а какой формы этот кондитерский мешок? О! Да, похоже на треугольник! Отлично! Так, сейчас мы откроем его. Да, сюда заливается тесто. Эй, смотрите-ка! Да, у нас уже есть кондитерский мешок с тестом. У-ху-ху! Итак, Дженнифер, теперь, когда тесто уже в мешке, что нам делать? Сначала мы срезаем кончик. Ясно. Отрезаем мой вот так. Так. И твой. Мы будем делать макарони в виде коров. Для этого сначала нужно сделать один большой кружок. Ясно. Для макарони вот в виде коров нам нужен большой кружок. Это голова? Да, это будет голова. Ясно. Теперь делаем два кружочка поменьше. Это уши. Супер! Это забавно. Ничего страшного. Так, я вижу. Это голова и два уха. Теперь попробую я. Ладно. Вот так. Да. Примерно так. Теперь одно ухо и второе ухо. Ха-ха-ха. Отлично. Это будет очень красивая корова. Ха-ха. Ладно, сделаем еще, да? Да, нужен целый противень. Супер, за работу!
Да! О-хо-хо-хо! Это было так весело! Теперь поставь противень в духовку на 20 минут, а я займусь кремом. Ладно. Так, мне надо положить коров в духовку на 20 минут. О-хо-хо! И сейчас я надену защитные перчатки. Вот так. Ха-ха! Да, готово! Ух ты! Я использую защитные перчатки, потому что духовка – это не игрушка. Надо быть очень осторожным. Ладно? Что сказала Дженнифер? Она сказала 20 минут? О, это так долго. Постойте, подождите-ка. Что я люблю делать, пока жду? Да, я люблю танцевать! У-ху-ху! Вы это слышали? Да, этот звонок означает, что все готово. Ха-ха. Да, откроем духовку, и тогда увидим макарони. Ого! О, ну и жара! Они выглядят так аппетитно! Ух ты! Смотрите, теперь их можно украшать. Ха-ха! Ух ты! Это выглядит так весело! Эй, а можно я? Конечно, Блиппи, попробуй. Хорошо. Так, похоже, у нас тут три цвета. Это черный. И еще у нас есть белый цвет. И, похоже, еще у нас есть розовый. Давайте посмотрим, что мы делаем. Ох, да! Кажется, вы их уже видели. Да, это корова. Милая корова. Муу! У нее два глаза, два уха, немного пятнышек и очень милый носик. Ладно, положим ее сюда. Я начну с черного крема. Так, сначала делаем два глаза. И добавляем пятнышки. Милая челка на лбу. Вот так. А теперь я возьму розовый крем. Ладно, розовым мы сделаем ушки и нарисуем нос. Еще у нас остался белый крем. И мы добавляем немного. О, кажется, это много. Но ничего страшного. Вот так. Ну как вам? Это похоже на корову? Му! Ух ты, выглядит очень хорошо. Ладно, продолжим украшать. Ого, смотрите! Да, это праздничный торт для Блиппи! Оу, это что такое? Да, макарони! Ням, такие вкусные! А это что? Да, похоже на мою бабочку. Да, это оранжевые макарони в форме галстука Блиппи. Выглядит вкусно, не правда ли? Да, а вот посмотрите сюда. У меня есть два мешка крема двух моих любимых цветов. Голубой и оранжевый. И смотрите... У меня есть этот макарони Блиппи. Он пустой, никаких цветов. Так что, может быть, мы используем этот крем, чтобы его украсить. Так, мой галстук бабочка оранжевый, но я хочу добавить голубого, так что просто выдавим его сюда. О,
выглядит круто. Добавим пятно сюда. Еще одно сюда. Еще немного тут. О, и еще вот сюда. Хо-хо-хо-хо! Это совсем не похоже на мою бабочку, правда? Да, но это не страшно. Иногда, когда занимаешься творчеством... Да, вообще-то всегда, когда занимаешься творчеством, ты можешь делать, что захочешь. Например, так. У-ху-ху! Смотрите! Воу! Ням! Вкусно выглядит, правда? Ням! Так, и посмотрите, я сделаю еще одно большое пятно. Да, голубое. О, я, пожалуй, проведу голубым вот здесь. И теперь добавлю сверху немного оранжевого. Ух ты! Так, это выглядит вкусно или выглядит очень вкусно? Ням! Они такие вкусные! У-ху-ху-ху! Было так весело делать эти сладости вместе с вами, правда? Да! И отдельно я хочу поблагодарить Дженнифер из пекарни Пион в Сиэтле, штат Вашингтон. О, у нее классная работа и такая вкусная! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Да. B-L-E-P-P-E. Блипи, молодцы. Ну ладно, скоро увидимся. Пока-пока. Привет, это я, Блипи. Сегодня мы узнаем все о спортивных машинах. Сейчас мы посмотрим на детали интерьера голубой спортивной машины. Но сначала мы вспомним о безопасности. Мы должны застегнуть ремень безопасности. Ух ты! Как и в обычной машине, в спортивной машине тоже нужно пристегиваться. Отлично! Ха, нужно закрыть дверь. Ого, какая интересная дверь! Ха-ха! Уу! Посмотрите на эту машину! Интерьер этой машины черного цвета! Уу! Ой! За что это я ухватился? О, это рулевое колесо! А можете вспомнить другие машины с рулевым колесом? Да! У трактора есть рулевое колесо! Уу! У внедорожника тоже есть рулевое колесо! О! Даже у карты есть рулевое колесо! И у экскаватора есть! И даже у корабля есть рулевое колесо! Смешно! У, смотрите! Это система навигации! Так вы будете знать, куда ехать, управляя спортивной машиной! У-ху-ху! Видите? Это подрулевые лепестки. Они переключают передачи. Уу! Отлично! Теперь посмотрим на внешние детали голубой спортивной машины. Идем! Смотрите! Ух ты! Большое колесо и шина! Они огромные! Взгляните! Вот такого размера! Ничего себе! Видите голубой тормоз? Я слышал, что эти машины такие быстрые, бью! Что им просто необходим большой тормоз, чтобы остановиться. Смотрите! Ого! Какой красивый голубой оттенок! Смотрите! О, мне нравится голубой цвет, как моя рубашка, мой берет и мои кроссовки. У-ху-ху! О, взгляните сюда!
О, эта машина такая мощная благодаря двигателю. Я подниму капот. Хо-хо-хо! Смотрите, дверь открылась вертикально. Это так необычно. Ладно, я открою капот. Отлично. Посмотрим на двигатель. Что? Хо! Минуточку. Тут ничего нет. Хо-хо-хо, забавно. О, я знаю. Двигатель в спортивных машинах находится сзади. Ну все, открываю. О, какой огромный двигатель! В нем 12 цилиндров. О! 12 цилиндров. Он очень мощный. Ну ладно, идем дальше. О, смотрите! Ого! Это выхлопная труба. Одна большая выхлопная труба. Отсюда выхлоп от двигателя выходит наружу. О, видите вот это? Через это отверстие заливают бензин в бензобак. О, а вот сюда засасывается воздух, который охлаждает машину. Это так здорово! О, смотрите! Это детское кресло. Так забавно. У! А вот еще одна деталь. У! Это фары. Ой, я вижу здесь два фонаря. Один и второй. Гоночные машины входят в поворот. Гонка нос в нос. Минуточку. Да! Блиппи вырывается вперед! Есть у меня двухместный лучший автомобиль. Ехать быстро так, мой особенный стиль. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. Цветов так много бывает, привлек красный интерес. Вот Honda NSX. Снова ветер в лицо, и он мне передаст привет. Мой маленький корвет. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. Как гудит твой двигатель, вжух, вжух, как гудит твой двигатель. Блиппи удерживает первую позицию. За ним по пятам несется желтая Ламборгини и красная Феррари. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. Жух, жух. Ух ты! Мне было так интересно изучать с вами спортивные машины. Я хочу особо поприветствовать Свена. Свен, большое тебе спасибо, что позволил снять это видео. Он такой крутой! Помаши ручкой. Раз мы сейчас на пляже,
Я пойду купаться, хорошо?